Всем привет! Сегодня хочу рассказать о том, как я смотрю YouTube. То есть, естественно, я подписан на какие-то другие каналы, и очень часто эти каналы англоязычные. То есть, допустим, если я хочу следить за технологическими какими-то новинками, то лучше всего мне смотреть не у Вилсы, которому загнали там какой-нибудь 13-й очередной iPhone, который он решил разбить или еще что-то сделать. Хочу посмотреть действительно серьезного блогера, который может рассказать мне что-то новое и полезное. Поэтому я и говорю, что я подписан на очень много англоязычных каналов. Долгое время я смотрел их в оригинале, да, и понимал там, наверное, каждое десятое сказанное слово хорошо, если показывал блогер что-то, что можно было понять из одного изображения. Но недавно Яндекс сделал такую фишку. В браузере можно смотреть YouTube и видеть его с переводом. Это можно было делать с ПК, с компьютера, с браузера, Яндекс, все понятно. Но сейчас эта фишка еще и присутствует на мобильном браузере Яндекс. Вот я для примера могу вам показать. У меня сейчас скопирована ссылка. Что произойдет, если мы откроем Яндекс браузер? Давайте попробуем. Открываем Яндекс браузер. Сюда же копируем ссылку. Сейчас вызовем клавиатуру. У меня, к сожалению, интернет не очень быстрый, и может быть еще телефон тормозной, но это не столь важно. Важно скорее совсем другое. Да, и кстати, Яндекс браузер тоже очень тормозной, это его минус и минус большой. В первую очередь почему? Потому что они буквально все сюда напихали. Даже вот приложение для умного дома, оно прямо все в браузере. Это не очень удобно. Но мы сегодня не об этом. Так, я скопировал и нажимаю перейти. Так, Яндекс открывает мобильный YouTube. Мы смотрим здесь, можем включить звук. Мы можем перевести видео. Что за весь год в их настоящих розничных коробках Pixel 6 и Pixel 6 Pro. И сразу же ты можешь увидеть эти новые коробки меньшего размера, которые ты уже знаешь, что это значит. Но давай просто начнем с 6 пикселя с того, что поменьше. Итак, у нас есть эти маленькие пластиковые язычки по бокам этой переработанной картонной коробки. Ты пройдешь мимо них, переверни его и прямо наверх. Вот тебе и все. Это тот самый коралловый Pixel 6, который выглядит точно так, как